Алексей Иванович, ну там же можно раньше было проехать. Можно было. А сейчас дачник пропал. Сейчас воюешь. Здорово, брат. Скоси, ну там нам. Чего? Метку. Дачу Ивановича. Ты не ухуел, бери, бля, косы, наебывай. Дачу Ивановича. Указатель какой-нибудь поставить. Да, бля, я жду. Истосковался весь, да? Алексей Иванович, смотри, какую тачку взяли. Вижу, я уже обратил внимание. Алексей Иванович, ты там хоть траву побрил. Вывеску бы сделал, Иваныч нам ездит, а то мы туда... Звонили ты еще раз, это масла, бля. Ну что, в целом как? Разгружаемся? Все, вон, мотал. Вон столы, все, как положено. Все, свадьба, гулям свадьба, да? Да. Мы так немножко взяли, Алексей Иванович, немножко. Чего этого не взяли? Хохлаты. В дороге едет, другой, другим мне, экипажем. Он мне звонит по телефону. Иваныч, скажи, как село называется? Я говорю, Хохловы. А с чем ты меня будешь встречать? Пирогами? Я говорю, тебя, говорю, козла, пиздюляй. Кстати, ребят, намечается огромный-огромный флешмоб. Мы сегодня немножко делаем сокращенный день и едем к Алексею Ивановичу на дачу. Руслан едет, Дима Кулдаев. Оба Николая, Дима украинец, зайка, Димка любимец не едет, Дим Козлов не едет, да? Вадим тоже сначала собирался, Даня с Выкса едет. И вот знаете, вот мы не с пустыми руками, и, короче, у него проблема с финансами, с небольшими. У него там мотор встал на урагане, и он мне говорит: Дим, если что, можешь подрасчитать там чуть-чуть выручить. Я говорю: Алексей Иванович, сейчас тоже машину купили, тоже пока на учет, пока тут ремни, ГРМы. В общем, давайте сделаем как. Я вот внизу под этим видео прикреплю номер карты своей. Или своей, наверное, да, Вадим? Своей. Да, и не для себя прошу. Вот по 100 рублей, по 200 как-то. Я прям до копейки все ему передам. Он будет только рад, вы знаете его искренние эмоции. Ну а с нас контент. Вадим говорит, давай прям треногу вот так вот поставим. И все вот это Хрипелово будем снимать на видео. Ты представляешь? Это прям можно будет... Саня Винников стрим делает в Ростове, а мы сделаем стрим с дачи Ивановича. Даня Шамарянов с Выкса приедет. У нас, короче, там целая автозвуковая ОПГ собирается. И так вот, когда он переберет мотор на УАЗике, вот эти динамики, я вам обещаю, прям патронтаж выложим и прям все им одним дублем переедем. Я его очень прям провоцирую, да? Я думаю. Вот смотри, самый крифан, блядь, а? Нет, а сейчас нож в спину вставляет, да? Нет, я его, нет, блядь... Это развитие. Я тебе ебну рюмкой в лоб. Это развитие, блядь. Ну давай, черт, за маски тост будь добру, да? Руслан! Я уж выпил. Ты чего, блядь, дракон нахуй? Вот ты жало хуяришь, блядь. Хуй с припаянной башкой, блядь. Ебаться захотелось, что ли, нахуй? Диман, он украинец, козе хуй хочет отпинать, а у него не получится, от козы нет. В Азамате нет коз. Одни овцы. Блядь, ну... Провокаторы, да, Алексей Иванович? Ну, будь добру. А этот какой, блядь? Гляди-ка. 20 лет таких рюмок не пил, Алексей Иванович. Испугайся. То, блядь, трезвый хуй слово, блядь, вымолвит, нахуй. Вот. А это, блядь, за куда-то, загляди-ка на него, блядь. Я больше не приеду. Он сейчас положит мне сандалии. Я отрабатываю. Видно? Сам главное. Это не предъява. Все, все. Это была предъява. Корректировка уже. Я бы сейчас колян станцевал. Потом пока не меняли друг друга. Друг друга. Перекенью? Сними нахуй тебя. Сними, блядь. Сними нахуй. А что это так? Сядь сюда, блядь, чтоб тебе солнце. Не, вверх, видишь, нас? Фу, нет, нет, нет. Обычно еще опять получили. Вон, кто ты воин? Женский. Женский? Какие лет? Женский, спортивный, можно я считаю. Женский? Зачем ты женский? Хочу не просто женский, еще и спортивный. И модно. И модный. И за 49 рублей. Да. Я ни одну женщину не вижу, как модный спортивный, блядь. Перед тобой сидит. Да.
Вон лежит, не бери. Я уже ем его. Дим, тарелки. Кому еще, наверное, телефону надо? Не понял. Рядом все залезли. Я уже думал, сейчас ты скажешь. Сейчас прорез, все откроют. Коляна, вы что, вы выявили? Коляна, это... Матерый. Нет, ты что, блядь, головку ебал? Ладно, половинку. Все, Дань, падай. А что, я лук люблю. Салата не будет. Салата не будет, Вадим. Он сладкий. Вот там, а я отложил, может, есть. Еще что-то. Вот я его принял. А, вот он, да. Смотри, а? Сладкий! Знаете, а что такое? Блин, ну выпьем или не выпьем сегодня, в конце концов. Лопаки! 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 За встречу! Как тут зуб-то взял? Лопаки, лопаки! Как тут лопаки? Давай, Иван, лопаки! Какой пиво? Да? Эй, нахуй, убирай, давай свое пиво. Это домашнее пиво, это домашнее. А что? Нет, запрось. А что, конкурсы будем устраивать? Парни, мы вот в кое веки собрались в здании, да? Вот. Нормально. Последний раз мы когда собирались? Копотик? Нет. Мартин, ты ложку дал. А, просто Серегу приезжали, когда это приехал, да? Бакрай. А мы уехали. Нет, в Сербейске были. Когда у нас ученический состав приехал. Ну что, летят в корпоративе. Ну да, да, с учениками, когда это был совсем недавно. Март месяц, Алексей Иванович был, да, все, да. Все наши. Все, будь добро. И мы там поехали в Макаренко. Лишний или смородие? Лишний. Ты еще как-то? Нет, нет, хорошо. Забыл я Альмагет, Иван. Какого чистого вида? Какой крепкий, да? Его там как-то разбавлять надо, если он. Ну, просто дыхание сотрет. Абсент? Вадим, абсент сколько градусов? 68, что-то такое должно быть. А что? Не пробовал? Он пьет, как доктор Мук, как этот, как вот доктор Мук. Я пью, блядь, зерла нахуй. 96-й, блядь, пить. Сидишь? Нет. Мне нравится. Мне, блядь, 100 лет заходит, нахуй. Нихуя, 100 лет тебе. Хендай акцент не нравится. Как мне за 100 лет? Я на руку пробовал. Залог с руку прикол. Прикол. А что прикол? Потому что здесь пиво. Да, ну просто обычный. Ну просто друг привез тут канистру. Дим, дай батон. Канистру. Это твой фан? Где он у тебя? Мы с тобой в конце. Мне. Это же моя. А, стой. У нас что, он стоит? Есть. Уловил тебя. Мне каждый держит мне кофе. Ну что, пойдем? Мне врач сказал. Там прикольно. Она там брошена или нет? Да, да. Вот она говорит, да? Да, вот там стоит. Она в аварийном состоянии. Нет, как раз для нас. Кирпич упадет в пизде. Мухомор. Поэтому идем не в одиночку, а пить в тот, что мы. Ну там, в принципе, USB есть, можно оторвать. Я не понял, что нибудь. С головой нести. Мухомор. Там шлем. По очереди уйдался. А пока не скажу, уебался нахуй, встал и пошел нахуй. Дим, подожди. Тебе хватит вот тут. Я вот так просто делаю. Как по разведке. Это что это за очки? Вы просто гечки. Темные, отсорт. Не отдавайте мне. Ну-ка поменьше. А я их не отдам нихуя больше. Ладно. Накинь еще раз. Не, в натуре. Вера, Иван, все нормальные. Вот я лицо плохо различаю, потому что у меня разное зрение.
Я вот так плохо различаю. Там монокуляр, да? Так дай мне. Вот на вот тебе хуй. Да я вот эти. Обменяемся? Возьми, возьми. Ебать, я не вижу. Диман, ничего не вижу. Бля, мне глаза болят. Красные, блядь, баран, блядь. Диман, у тебя такой серьезный физиономий. А, так сдашки. Подожди. Я не вижу, что там глаза слезятся. А ты сюда сказал, блядь? Дай помимо. Все, Иван. Ты не бойся, ты ничего не сделаешь. Мутно как вообще. Че, блядь, смешной? Ну то, что... Нет. Блядь, не хуй только объяснить. Иван, что, у тебя плюс или минус? Вот вилку, правильно. Не давайте вилку. Иди сюда. Будет, сюда ко мне иди. Не пойду. Да. И будешь такой же, как я. Иди сюда. Не пойду. Алексей Иванович, а тебе прям вилку втыкали вот так? Она торчала? А нахуя я ее взял? Иди, за рулом. Мы Ивановичу привезли лампочку. Мы ему подарим ее. Да, сейчас мы ему подарим. Нахуй. Это вот тебе от нас с Диманом. Чтобы у тебя всегда светило, светло было дома. Да. Свет встречал нас, как и эта лампочка светила. В УАЗике. Да вы, блядь, мне дали сгоревшую нахуй. Нет, она новая, с магазина. Заезжали, покупали. Она нормальная? Да ты, блядь, купил. Ирон, блядь. Купил для тебя. Спиздил где-нибудь, сука. Где? За 7 рублей. 38 рублей. У тебя одна на УАЗике не горит, вот ее поставишь. Спасибо, ребят. Ты не Так. Газу, блядь! Вагонами, золотыми вагонами с юга дуют. Среди старинных домов и дворов Арзамаса слышен музыки панч и вибрации баса. Мотовый кузов, хром-катки, катит топель Фронтера. Валит автостиль, на Поволжье своя атмосфера.